Everybody sing that shit. Порой мне нравится делать вид, что я хороший человек. Все нормально. Мне тоже нравится делать вид, что ты хороший человек. О, голодные игры. Что ж, звучит как идеальная работа для великого папайруса. Я всегда рад угостить человека моими изумительными спагетти. Человеки, вы уже можете просыпаться? Я приготовил вам спагетти. Человеки. Когда твой день рождения, Чара? Очевидно, это... Вау, 9 сентября. Это так скоро. Слушай, Санс, мне всегда было интересно, зачем ты пьешь кетчуп? Забавный вопрос, ты правда хочешь это знать? А Кась? Он заменяет мне человеческую кровь. Папирус, Санс опять ведет себя жутко. Вовсе нет. Ха, это жалкая луковица, и слезинки от меня не дождется. Аниматян не существует, глупышка. Да. Что ты делаешь, человек? Я трогаю своего скелета. Урок хорошести номер один. Ты видишь, как кто-то роняет свой бумажник? Что же ты будешь делать? Простите, сэр. Мне кажется, вы обронили свой бумажник. Впервые вижу. Чего? Я только что видела, как вы его уронили. Держите. Не, а это не мое. Но он ваш. Я стараюсь быть хорошей и возвращаю его. Возвращаешь что и кому? Брислав скелет, верно? Ага. Это ваше удостоверение. Ага. Я нашла это удостоверение в этом бумажнике, поэтому он должен быть ваш бумажник. Звучит логично. Тогда возьмите его. Но это не мой бумажник. Нет, неверно. Хорошие люди не отрывают другим людям руки. Ты же понимаешь, что учащиеся будут задавать вопросы. Именно. Они будут проходить здесь, видеть этот шедевр и задаваться вопросами. О, великий папайрус. В первую очередь, как ты стал настолько сногсшибательной милашкой? Эй, Фриск, пора домой. Я не Фриск! Извините, человек, мы просто ищем своего человека. Ребят, я вообще-то здесь. О, так, вот где малыш. Ух, все люди выглядят одинаково. Как вы вообще отличаете друг от друга? Это какой-то расизм. Спасибо, что посмотрели нашу первую озвучку от команды Fire Phoenix. Эту озвучку каждый делал с душой. У нас есть косяки и ошибки. Но это не страшно. Ведь каждый учится на своих ошибках. Спасибо нашей команде Рите, Егору, Саше, Коте, Даше и Орову. Стремитесь к своей цели, никогда не сдавайтесь. Оставайся решительным. Удачи! И еще оцени этот ролик лайком и подпиской на канал.